Привет, друзья! Итак, вот такое крылышко мне придется ремонтировать. Вот здесь немного прорвано, загнано вовнутрь, и кантик из-за этого заломчика, так скажем, я вытянуть не смогу, он начнет рваться. Поэтому алгоритм ремонта будет таков. Я вырезаю вот такой кусок. В этом месте металл ослабляется, и я смогу по кантику вытянуть крыло. Затем подровняю все остальное. Сюда вварю свой кусок. И затем шпаклюю, грунтую, крашу. Ну а как это у меня получится, увидите. Ну что. Thank you.
Итак, друзья, ремонт этого крыла закончил. Вот что у меня получилось в результате. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!